так как с пластинки, он называется «We Wanna Show». Долго договаривались, как называть, то есть изначально оно так и было «We Wanna Show», то есть мы хотим потусить. Был вариант «We want a show», но оставили «We wanna show» как глагол. Для нас эта песня хороша очень тем, что мы ее опробовали несколько раз на концертах. И, наверное, я не могу сказать, что «Ногу свело» зовут на бис каждый раз. Но когда зовут... Неужели? Зовут иногда. Вот. И похоже это... Похоже, она вот туда. То есть мы заканчиваем основной альбом. Вот в Deluxe издании у нас еще после этой песни будет пара треков. Но это прям очень хорошее окончание вот основного такого минимального 12-трекового альбома. Ну что еще сказать? Да, продюсером был опять. Один из моих вот любимых парней, я имею в виду поработавших над этим альбомом, это Шон, который делал и «Съешь мое сердце», и «Лори». Ну, собственно, давайте послушаем. Мы очень рады, мы всегда с огромным удовольствием ждем. Если будет бис, то «Вон шоу», значит, у нас есть шанс исполнить. Вот, но опять же, пока в тестовом режиме, мы не играем эту песню в Москве. И естественно, что она прозвучит на нашей презентации в главклубе. Заводи.